Согласно донесениям, орки собирают войска. Серия атак на лагеря для пленных – прямое тому подтверждение. Согласен. Орда мобилизуется. Это просто абсурд. Мы не будем сидеть и смотреть, как Орда собирает армию у наших границ. Орки сейчас должны волновать нас в последнюю очередь. Сколько раз мне еще повторить? Король Таренос, прислушайтесь к моим словам. Эпидемия чумы в северных землях может иметь ужасные последствия. Чума? Опять вы, маги, со своей паранойей. Давайте по порядку. Даже если эта чума действительно так опасна, что вы предлагаете делать? Все очень просто. Как я уже говорил, Кирин Тор готов объявить в ряде поселений строгий карантин. Не будет никакого карантина, пока вы не предъявите доказательства, посол. После всего, что пережили лордеронцы, они не будут пленниками в своих домах. Они и есть пленники, король. Что все это значит? Кто ты такой? Человечество в опасности. Силы тьмы возвращаются. И весь мир стоит на пороге страшной войны. Довольно. Стража, уведите этого безумца. Слушайте. Единственное спасение для вас – это путь на запад. К древним берегам Калимдора. На запад? Ты сошел с ума? Пустите, посол. Я не знаю, кто ты и во что веришь, но сейчас не время для пустых пророчеств. Пусть нам грозит война. Но только нам решать, как защитить наш собственный народ. Нам, не тебе. А теперь убирайся. Человечество дорого заплатило за мою прошлую ошибку. Если вы не верите мне, я найду того, кто поверит. Я сделал все, что мог. Они сами избрали свой путь. Добро пожаловать, принц Ардас. Ваше присутствие – большая честь для всех нас. Не нужно формальности, Утр. Я еще не король. Рад тебя видеть. Я тоже, мой мальчик. Хорошо, что король прислал тебя мне на помощь. Отец не теряет надежды, что с тобой я наберусь терпения и опыта. Всякий отец имеет право мечтать. Ладно, перейдем к делу. Разведчики сообщают, что где-то за теми холмами расположен лагерь орков. Так я и думал. Это еще не все. Неподалеку находится город Странбрат. Орки собираются напасть на него. И насколько мне известно, город совершенно беззащитен. Я должен немедленно отправиться к лагерю орков. Ты можешь взять на себя защиту Странбрата? Конечно, Утр. За меня не беспокойся. Хорошо. Когда город будет в безопасности, приходи к лагерю орков. И будь осторожен. Приветствую вас, ребята, на канале Роли Гейм Онлайн. С вами Росси, и мы начинаем серию прохождений по Warcraft 3. Это обновленный Warcraft 3, Reforged, и мы начинаем кампанию за Альянс.
Давно хотел это сделать, хотел еще пройти Warcraft классический, третий, но возникли проблемы при записи видео, у меня постоянно выкидывало, не видела экран, в общем, куча проблем. Ну а здесь вроде как все получается. Поэтому давайте вместе окунемся в мир Warcraft'а. Вдохновили, честно, точнее даже не вдохновили, а напомнили мне об этой идее видео, которое я смотрел у других ребят на YouTube по прохождению. И, конечно же, своему товарищу Таня, тебе отдельный привет. Просто никогда не играл, что-то не дошли до этого руки или время. В общем, Саня, смотри, это видео тоже для тебя. Итак, начинаем. Значит, главный наш герой, принц на данный момент, принц Артас. Значит, мы ведем, играем за Альянс, за людей. Я немножко уже знаю, куда бежать, насколько я помню. Возьмем с собой крестьян еще. Вот так, будет удобно. Постараюсь не затягивать в основном прохождение. Может быть, буду... Дополнительная задача — убейте гнолов, похитивших ребенка. Вот. По возможности буду меньше разговаривать, больше играть, но все же. Кстати, обновленный Warcraft вышел в 2020 году. Конечно. Спасите! Вытащите меня из этой клетки! Будем спасать. Значит, у нашего героя есть цвет небес, который лечит. Инвентарь. Я думаю, наверное, многие, кто будет смотреть, если кто-то будет смотреть, то в любом случае он уже играл в Warcraft. Но... Выпустите меня отсюда! Я хочу домой! Спасибо! Примите это в знак моей благодарности. Это защита, предмет получен. Правосудие свершится. Кстати, в Warcraft в оригинальном Тимми был светлоболосый. И Артас был не такой красавчик, как здесь. Он тут такой слишком, слишком пафосный. Так он поправляет пряди своих волос, когда откидывает голову назад. Так вот, в принципе, многие накинулись волной негодования и хейта по отношению к Reforge этому. То есть там все не так, все не этак. Но это, наверное, настолько там правильные, крутые игроки, которые там, я не знаю... Что им не понравилось. Да, обновили графику. Очень даже симпатично смотрится. Думаю, если вы найдете видео или играете в обычный Warcraft, вы уже увидите разницу. В принципе, графика глаза не мозолит. Не знаю, не напряжно. Как по мне, очень даже неплохо. Вдохнули жизнь. Хорошую стратегию. Почему бы и нет? Так, наши цели. Задачи. Значит, защитите Транбрат. Доберитесь до Станбрада, Артас должен выжить. Орки напали на Станбрад, немедленно отправляйтесь в город и уничтожьте всех мародеров до единого. Помогите! Уверен, у этих тоже найдется чем поживиться. Преступны. Украли мою учетную книгу. Без нее я не могу вести хозяйство. Она у них в лагере. Ничего, сейчас мы их догоним, нахлобучим. Итак, бандиты украли мою учетную книгу. Враги могут скрываться под покровом ночи, вы сможете их обнаружить только если они атакуют вас. Будьте осторожны. Атаман-разбойник. Убейте Минага, атамана-разбойника. Верните учетную книгу Жерару. Хорошо. Недостойное создание. Конечно. Поздно просить. Помолись перед смертью. Кстати, вот один пехотинец наш готовится отойти в мир иной вместе со вторым. Мы его подлечим, конечно, от этого. Я помогу. Готово. Так, мы можем изучить божественный щит. Дает щит, защищающий от урона и способностей. Увеличивает броню, находящийся рядом союзник. Давайте возьмем броню. Здесь зелье маны. Полечим нашего хлопка. Разумеется. И потом еще одного. Конечно.
За честь и отвагу. Ну так, в принципе. И, наверное, сразу выпьем зелье маны. Чего мариновать? Разумеется. А. Правосудие свершится. Самое главное, я, конечно, все молодец, только книгу я не забрал. Договорился. Одно ваше слово. Ребята, возвращаемся. У нас есть незавершенные дела. Я помогу. Конечно. Вот оно. Что-то я. Ощути мой гнев. Раз вернулись. Да, ваше высочество. Возьмем немножко побьем их неполадки. Они все равно уже, я думаю, против не будут. Может, что-то есть? Когда любил это делать? Разумеется. Так, возвращаем книгу, и в принципе мы уже почти в городе. Хороший план. Страницы этой книги покрыты унылыми рядами цифр и фактов. За честь и отвагу. Спасибо вам за помощь. Пожалуйста, возьмите это. Что-то она нас заюзала, я просто не увидел. Что, ну ладно. Конечно. Блин, не успел его похилять. Вот и орки, клан Черной Горы. А, у меня был фолиант силы, который добавил мне. Который добавил мне силу. Да. Такие орки, смотрите. Хера пробьешь. Конечно. Ребята, вы меня застопорили, не могу пройти. Ладно, как-то сами уже давайте тогда. Разумеется. Никто не смеет предавать свет. Так, добейтесь есть. Убейте надсмотрщика и его охрану, Арта должен выжить. Хорошо. Недостойное создание. Арки тут на полную хозяйничает. За честь и отвагу. Конечно. Ничего нет. Разумеется. Хороший план. Тащите этих к остальным! Шевелитесь! За честь и отвагу. Так, вот надсмотрщик, я его уже срисовал. Свет благословляет. Смотрите, какие орки выносливые. 630 хп против 420. Урон. И урон больше, чем у нас. Правосудие свершится. Да, ваше высочество. Я служу свету. Разумеется. Правосудие настигло тебя. Где враг? У нас задача выполнена. Да хранит вас свет, принц Артас. Но что будет с теми, кого взяли в плен? Не беспокойся, мы спасем их. Они вернутся домой целыми и невредимыми. Принц Артас, лорд Утор ждет вас у лагеря орк. Он говорит это срочно. Да уж, с вами не соскучишься. Вперед! Вот такие вот дела. Это первая была вступительная миссия. Сложность средняя, ребят, не буду скрывать. Никаких там типа я на самом высоком уровне прохожу и так далее, и так далее, и так далее. Ну а дальше у нас глава вторая. Черная гора проблем. 20 минут спустя в лагере Утора неподалеку от поселения клана Черной горы. Ну а на этом мы закончим и... Следующее видео уже будет посвящено второй главе. Продолжительность видео, наверное, будет, сколько будет идти глава, будем ее проходить за раз. То есть, соответственно, если миссия будет дольше, чем 20 минут или 30 минут, ну, к сожалению, значит, она так и будет. То есть, ничего обрезать не будем. С вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии. И до скорых встреч. Всем пока-пока.